В этом году акция проходила под единым девизом «Читаем всей семьей». В мероприятии приняли участие семьи Матвеева Курганского района. Всех присутствующих приветствовал заместитель главы администрации района Дмитрий Кондрашов. Конечно же, здесь стоит сказать большое спасибо и огромную благодарность нашему президенту за национальный проект «Культура», благодаря которому была реализована. И теперь у нас в районе есть замечательная новая обновленная модельная библиотека. Губернатору Ростовской области Василию Юрьевичу Голубову, министру культуры Анне Анатольевне Дмитриевой. И, конечно же, здорово, что сегодня здесь мы собрались с детьми, собрались с семьями. Хотел бы отметить для тех, кто в первый раз сегодня присутствует, что новая обновленная модельная библиотека – это уже не хранилище книг. Это современная, обновленная, мультимедийная, цифровая площадка. И уверен, что сегодня, уважаемые гости, вас ждет много нового и интересного. Для гостей сотрудниками библиотеки была подготовлена насыщенная программа, театрализованное представление «Сказки любят все», литературная эстафета по страницам любимых книг детства, мастер-классы «Семейный оберег» и «Семейное счастье», дефиле костюмов «Любимый сказочный герой», чайная церемония «Чайные традиции моей семьи», тематические и игровые площадки, фотозоны, а также ретропоказ «Ералаш любят все». Ребята, а вы знаете, что 15 мая отмечается Международный день семьи. Да. Знаете уже, да, об этом? Да. Ребята, семья как основной элемент общества была и остается хранительницей человеческих ценностей. Благодаря семье крепнет и развивается государство, растет благосостояние народа. И не случайно 2024 год – год семьи в России. Давайте поаплодируем году семьи. Ребята, а кто же это к нам пришел на праздник? Баба-яга! Не слушайте ее, ребята! Никакая она не главная! Главное. Я сейчас задам вопросы, а вы на них ответов не знаете. Начинаем? Да! Вот что означает слово «библиотека»? Вот что оно обозначает? Книги. Что? Хранилища книг, какие вы умненькие, благоразумненькие. А как книжки стоят в библиотеке, вот вы тоже не знаете. Я знаю, в полках. На полках? Да. Вот какие прям детки умные. Вот такая сорока. Да, тоже у нас замотанная, там ничего нигде не сшито, все привязано. Многие, кстати, куклы украшались вышивкой. То есть, если вот именно дома она стоит обережная. «Библионочь-2024» стала своеобразным праздником семейного чтения, оставляющим яркие впечатления и вдохновляющим на поиски новых книжных приключений. Самого рыски пивню водичка пенится, я взглянула на себя, ну я-то!